Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Привет, ребята. Это третья и последняя часть моей истории. Но это не совсем последняя часть, если вы поняли, о чем я. Короче, сроки выше аккаунта. То есть я имею в виду клей момент MP4, это специально сделали кот Леопольда 140, у которого был мем на его канале. Нехватка. Быстрее все. О, да, мой первый игровой монтаж. Это видео довольно успешное, особенно наравне с теми видео, которые я делаю сейчас. Я, наверное, заблюрю эту часть, потому что я не хочу, чтобы мое видео больше демонетизировалось. Потому что вы посмотрите на это. А теперь посмотрите на меня. Да, я на коне. После него пошел еще один игровой монтаж. Собственно, все. Это все, что я могу вам сказать. Ну понятно, если вы думали, что я буду вам говорить все, что было в этом видео, то нет, простите. Если вы не ленивые, лучше посмотрите сами. Да, кстати, до кривого монтажа я еще снял видео, где я нашел Феромира в каком-то детском канале. А дальше... Человечище Веном и Спидермен. Жаль, я не добавил туда Жужо. Хотя погодьте, у нас же есть шанс это прямо сейчас сделать. Так, погоди. Мне кажется, я слишком много у вас времени тяну. Почти лето закончилось. И я решил сделать вторую часть школы вкратце. И для меня это лучше, чем первая часть. Потом я сделал переозвучку, а потом золотую чашу. Золотую. Дух, которым счастье обитает. Золотая чаша, золотая. А после него я сделал еще один игровой монтаж, который демонетизирован. Все сейчас тратятся в смартфон. Я и ты, она и он. То есть... Блин, это что же самое было, как это... В клей-моменте. Ну, короче. Ты, смартфон MP4. Все. Ах да еще. Я чё, похож на абонента? Вот этот момент, когда я решил сделать перезагрузку. Это вам от мужчин за роялем. Подними глаза, здесь вон какое в небесах. Подними глаза, здесь... Твою мать, могу я перестать петь уже, в конце концов? Вот и все, ребята. Мы дошли до конца. Единственное, что я могу сказать, что... Как вам помягче сказать? Это еще не все. Вы спросите, что я хочу вам этим сказать? Что будет четвертая часть? Не совсем. Я расскажу вам то, о чем вы вообще не знали обо мне. Говорят, если растянуть видео до 6 минут...
будет все лучше. Посмотрим будет. И в принципе заживет мой канал наконец уже в конце. Погоди минуточку. Да я, кстати, не проверял сегодня просмотры. Твою мать. Сейчас посмотрим. Я, мне уж так интересно, честно. Двадцать тысяч один просмотр? Ля, вы посмотрите. А, у вас все зеркальное. Ну ладно, я зазеркалю как-нибудь. 20 тысяч один. Спасибо, ребята.